Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня, как я обещала, буду жарить гренки из кулича. У меня осталось еще кусок большой кулича, и я покажу, как я делаю гренки. Потому что я в прошлом видео сказала, что кто интересуется, я покажу, как это я делаю. Так что были заинтересованные люди, я показываю. Давайте готовить эти гренки. Причем они такие вкусненькие получаются, не хуже свежего кулича. Приступим. Вот у меня половина кулича еще. Яйцо берем. И вот 125 миллилитров молока. Пока что. Делается быстро. Получается вкусно. И куличи быстро пойдут у вас в ход. Вливаю 125 миллилитров молока. На сковороду налила я растительное масло. Немного там сливочного вкуснее будет. Вот кулич. Раз, два. Все, быстро обмакиваю. И в сковороду. И так все куличи. Все кусочки, вернее. Вот такие получились гренки. Быстро. Они мягенькие, тепленькие или в холодном виде, в любом можете их кушать. И кулич, что стоит, уже он не свежий, естественно, то вмиг уйдет. А сейчас попробуем, сколько лежали куличи, а жена так быстро сделала, такая вкусня. О, вкусно, вкусно. И быстро жена сделала, и хорошие куличи поджарила, и все. Пышные, хорошие. Момент разлетятся. Приятного аппетита, когда приготовите. Я попробую еще. Добавить к вышесказанному и нечего, вкусно. Если у вас не сильно сладкие куличи, можно сверху посыпать сахарной пудрой. Но очень приятные, я вам говорю. Этот кулич, если уже залежался у вас, вмиг улетит. Так что готовьте со мной, пользуйтесь моими рецептами, заходите на мой канал, смотрите видео, нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, готовьте вместе со мной, пользуйтесь моими рецептами и до новых встреч и всего вам самого доброго!